Это же все не одетые, Кирилл, почти все. Блять, я бы не пиздел, если бы не видел их нигир. В их Нет. нигире можно давать гораздо больше. Давай ты Нет. мне сейчас с ней будешь говорить эту хуйню, не одетый. Ну так, я не знаю, как себе поднять ДПС. Спроси, поинтересуйся. Все классы есть в гильдии у нас. Посмотри, кто больше всех дает из твоего класса, и поинтересуйся, что лучше делать. Ну, дальше вывод сделай. Торчим на полубах. Кирилл, давай ты чуть левее. Давай что-то на исходной стороне. 5, 4, 3, 2, 1. На раньше убрали. Королева умерла. БР, но он быстрее. Хотя не надо. Пусть ед пригнили. Сейчас ебнем без так. Хильти так пока что. Раньше. Я зуба отдам, если надо. Едку. Не надо. У тебя лучше не надо после едки. Так должен прохилить. Не нам надо немного хилить. Еще бы люди пельмени перестали ловить. Коца, выйди, коца, картошка. Нет, спорт еще. Ветка дни сейчас будет. Прожимки, давайте фонарь сокру. Дал сокру. Милхант. Нонлук, БР, королеву. Войд, БР, Милханта. Заебал, блевать, пиздец. Сбросил стаки. Сейчас... Блин, нету, наверное. Надо посмотреть. Я сейчас не могу. Ну где-то, если ты хочешь сам постоять, то вход. Ребафните ханта. Да тихо, блять! Ребафните ханта и приста. Заебали, еще раз. Сейчас споры будут. Разбежались раньше на брак. Поднажмите, может, там немножко, не знаю, на кнопочки там чуть-чуть. Нажимайте, потыкайте.
Не забудь там полутать три споры, чтобы не сдохнуть. Я вам по косырю буду минусовать, кто каждый на несколько недель будет умирать. Раньше набрали. Дамаж максимально. Фонарь, сакра. Прожимки свои найти. А, сакру. Заебись, заблевали нахуй. Объясните мне, может, я тупая, от чего блюют люди? Ну вот, просто расскажите мне. Рандом. Рандом. Если рядом стоят, то задевают из лежащей тары. Ведь. Может, не, дохуя, петлямов. Пельмень. Перса. Ай. Вот скажите мне, пожалуйста, почему в такой большой комнате нельзя занять место? Ну, свободно друг от друга. При условии, что шипы вообще все могут сзади стоять. А споры ты тоже сзади по. Ну, споры тоже. А нахуя, нахуя тебе споры, если ты можешь диспу нажать на первую ветку? Нет. Нет, он имеет в виду, что в метку отнести спору. Ну, боты там, я не знаю, инжау плюс ну, да, ферпач. Да. Таблом, конечно, бежать полкарты, но все равно. Ну, я не знаю, но там, Кирилл, ты видишь, там 6 мультов, много. Ну, конечно, блядь, ну, я ж не спорю, ну. Так а что мне сделать предлагаешь? Вон, открой, нахуй, блядь, ДПС, нахуй, посмотри. Кратос 11 тысяч, Калют 11, блядь, Дермич 12. Демон, сука, передамаживает. Так 13, нахуй, 14, ебать, Пристен из хила спекнулся на 12 месте, блядь. Ну. А пацаны всех... пришли в хэм, нахуй. А у всех лагает? Эту... Калют, в центре было на 3 человека место свободное, я не знаю, чего вы, блядь, убегаете вдали такие. В центре. Конечно, блядь, ну, пиздец, нахуй, я не спорю. Ну. Кунка. Вошел в игровой мир. Куку надо брать в любом случае. Вместо кого-то. Кто там меньше всех дает? Кратос, Калют. Нет такого-то из них. А, Кунка пришел? Рейтинг, пожалуйста. Так, а тут хули будет думать. Вар на вар. Роском может постакать. Ну, тоже верно, блядь. Ну, с миликов не так много, Андрей, ты сегодня вообще не помнит. Ну, согласен, Калют, да. Крит этот дает. Ну, типа, я это бы не отказался от Сандра тоже, но невыгодно. Ну, это не апнен, да. Похуй, давайте кунку. Если камеру приблизить на милике, нахуй. Ну, на самом деле, кунка тоже может постакать. Я понимаю, что это потери ДПС, но, блядь. Я вам, блядь, и кстати, нахуй, я со следующего КД, нахуй, я вам замер въебу. Менее, блять, 18к ДПС в сурка, ну ладно, 17 нахуй. На замену в ЦЛКХМ не становитесь, нахуй. Идите вы, блять, там охраняйте, блять. В обычного или в хэмовского? В обычного на ЦЛК, нахуй, в обычке ЦЛК. 17к хотя бы, нахуй. Меньше, блять, откисаешь, нахуй. Правильно. В пизду, блять. Ну нахуй такое надо, блять. Здорово, чё, как у вас? Че, пиздаган? Сука, кунка ебаная! Ладно, не буду. Ладно. Что? Не буду. Кунка, ты где ползаешь? А у меня проблема, бля. Купюр котлета? Да. Помоги мне, бэйби, за... Ладно, все, питомца кормлю, и мы убиваем, нахуй. Пять, я без пива бил, нахуй. Сейчас будут с пивом бить. Пельмени с пивом ловишь. Ну да, блядь, я только потом понял, что... Цич. Правда? Сразу говорю, что... кто умрет на едкой гниле, и косарь сниму нахуй. Сразу косарь. Кунка дохуя выебать, я рыбку носила хавы. Это сейчас будет 15 тысяч. Хись-хись. Как сделать, чтобы не лагало? Под ноги, больше некуда смотреть. Появилась лужа, отошли. Этих потиков. Пока не скрафт. Все же бьют умножить... два припота, да? 35. Ну, все пьют за секунду до пула, и когда откатывает или под бурсты, или вы как долбоебы не пьете, или пьете только один.
35. Юля, у меня только на мантус. Что? Можно вместо дирмича мне закинуть, ну, например, кринчкинга. У тебя два эльдара просто пойти. А чё пота не пьем, народ? Два пула, блядь, вы там по одному поту или по ноль потов пьете, блядь. Смотри, я открываю пот. Как Хан 3 выпивает? Ну это же два пула. Нет, он, скорее всего, умер. Если бы он еще и в эльфом был, то еще образ выйдет. Нет, эльф. Все, давайте вообще. Давайте вообще напрямую. Нэшка не дает. Сяк. Юля, дай Нэшку. Да тут я, тут. У тебя этот, я понял. Давай, чё. Не надо. 5, 4, 3, 2, я рыбу не похавал. Кумка, чекай, обдамажущий. Тут метку выносить мили, не? Да. По 300 всего. Чё за хуйня? Сдвиньтесь вы один кто-нибудь. Ну чё вы вдвоём стоите? Печеньку, печеньку. Ахуя, нет стака. Бля. А нет, есть, всё пью. Успел. Раздержите. Мильки, встаньте под меня в левую ногу, под левую все. Сокро. Да. Чуть назад там санка летит у меня. Здесь может. Все нормально. Сбросил. Тут две или мне кажется? А, не. Это портал. Пельмени, кто там хулишит? Блядь, просто видел. Кильте меня, левота. Спорим, не мысли. Пельмень в кресле летит. Заебало, прохильте. Блять, завис походу.
Споры. Ну больше добавьте ДПС. Раньше набрал. Я и добавил. А, я ревностный. Гниль, 8 секунд. Подъедкаю гниль, даже зубы подфонарил. Давай, масса кружим. Да. Нажал. Было зубов еще. Ну, я нажму. Гниль уже летит, ну что вы стоите? Понимаешься. Лед встал и сдох. Больше ДПС добавьте. Припод нажмите. Баблы готовы. КД бабл. Серк 3. Реслин, жми бабл, Реслин, жми бабл. Фух, блять. О, пиздец, ой. Награда для Фенариана. Кстати, хороший лут. Перчатки бисовые на рейд. Топовый лут Амиликой. Там был выбор или хант. Сейчас с Толгородом уже ничего не бисываем. Мы, кстати, секунду, секунду, да, до Берсе оставалось? Да. Пояс хороший. Yes. Это как хорошо, что, блядь, добавили. Адель, подожди, тихо. Закройте, пожалуйста, рот. Спасибо. Адель, забери кровь. Ты тыкнул нажать на нее. Еще красава. Отказывайте остальные от крови. Я тут еще. Ребят, минутку буквально. Чукунка соло получается. Какие соло, ты 17 тысяч даешь, успокойся. А я, так я не знал про эти. Хочешь сказать, закрыл бы сейчас без меня? Ну, тут, конечно, что тут сказать. Объективно. Ты объективно лучше Кратоса, как бы, да. Да ладно, блядь, Кунка, он завидует, у него 14. Подожди, у тебя 14? 15. В холодной воде. Все 15, пизди. Я про эти пельмени забыл. Мне нравится, как типы на Локи, ты даешь 18 на Локи, и мне говоришь, думаешь, что 15. Это забавно. Я рогал нахуй 5 раз, наверное, или сколько нахуй. А ты стоял АФК бил нахуй. Разницу чувствуешь. Блять, одного кадра. Я мне отойти надо, может тебе типа курить. Кунка, я почти тебя догнал, еще один кадр. Это хуйня ебаная, пацаны. У меня спел. Один, среднее попадание 11 тысяч, второй спел 5500. Это практически половина моего урона, блядь. Без автоатака и половина моего урона. Я все эти поймал, блядь. Что ты хочешь? А вы можете это портал в Долоран сделать? Я там квиз на Джараксу сдам. Чтобы я третий спек сейчас спекнулся в холика своего. Можно портал, пожалуйста? А, блядь, у меня маски нету. Ладно, без портала. Так в бухту ты отнеси. А, у меня играла софт. А как я попаду в бухту? Если вакуум. Камень за голосование. Да нет, у меня их тоже нет, в чем прикол. Ну не, взял все же портал в Долоран, я подлечу. Шатрацию. Угу. А. Просто шатрацию, и все. Может портал попасть? Просто пешком выходи из СЛК нахуй и лети нахуй. Да не, дайте ему портал. Там мне спект хила надо сделать, я хил тут. А мне 30 пять хила. Дай портал Шатратому. Спасибо. Телгород ебаный, чарки не падают, нихуя ДПС хуёвый нахуй. Вы, блядь, не получили. Ну, Нокс, не получилось. Что ли, вообще не дамажит? Я хуй знаю, как ПМ линковать. Это что ты там линкуешь? Он попросил блинкануть ХПС, а я там что-то никого ввела в детле, а я что-то не отправилась, отправилась рейд. Ну, короче, ты на первом рейд, на втором, на третьем рейд, на четвертом холле пал, все. А, это хил-абсорб. Это хил-абсорб. Да, конечно, пука дамаж. А он в ШПшнике был, ебать. Это босс хуйня, ДПС мой рейд. Да что это на тупо не дам чуть на 3000 больше, блядь. Притом, на условии то, что я не на дне оказался, на удивление. Ну, 18к, да это чё? Да, это потому что 4-4 прист. Там... Ты мой гир проверь сначала, мальчик. Так а чё твой гир? 18 тысяч без шема, это нормально.
текущих реалиях. ШП понерфит. Так уже понерфит. Ну дохуя надо нерфить, типа прям. На очень дохуя. Мало. Надо уже больше давать. У меня кроме шема все шмотки другие очень хорошие. Я нихуя не даю. У меня цифр нету просто. Посмотри, блядь. А что, перекурс стоит, да? Мою. Да. У меня спеллы не дамажат. Не знаю, тебе можешь чарку с ТГ вторую выбить. Она тебе она даст еще. Она плохая. Но не хуже этой? Хуже. Ну нет, у меня такая у тебя же. Не вижу ДТ, Андрей. Не как знаю. Она называется? Вороная горгулья. На четвертом месте. А, да. Удар горгульи. Гуля нормально бьет. Ну, типа тебе чарка с ТГ примерно. Ты ее два раза зубой вызвал, Андрей, да? Да, два раза зубой. Ну, она у тебя каждый раз по 33-34 удара делала. Ну да, да, я знаю. Ну, получается, зря вы себе пилки или в горожане, нахуй, пиздели друг на друга, хуйню путь несли. Она до хуище бьет. Ну, типа, она нормально раз. Бьет. Она нормально бьет. Ну, что-то не критует она у тебя нихуя, я смотрю. А, так и должно быть. Да? А, так и везде. Ну, как ой, у тебя ТП скалируют, чё? Урон? Да. Да. Может, тебе, типа, не хватает силы, ну, типа, мало силы. Там у меня всё-всё. Ну, может, типа, дир немножко так. Типа, оно сильно скейлится? Угу. Там нормально скейлится, да. Чё, Кирилл, опаздывай. Чё-то реально как-то печально у тебя. Так, он... А здесь что по тактике? Ну, плетки никто не бьет. Даже секретует. Я просто забыл, потому что не был 10 тысяч лет здесь. Типа на тухлом я забыл про эти... Для мельников плюс-минус одно и то же. Для кастеров нужно будет... Сейчас подожду, пока вы наговорите. Так ты молчал? Сам с собой разговаривал, микро выключен. Не, серьезно, тебя не было слышно. Так, Ондра, Кунка, Чувава, Реслин, 4, Термич, 5, Фонарь, Слизня будет водить, и пятая пати хилов. Это все стоите в мелизоне. Остальные рассасывайтесь по кругу и стоите по кругу. Вот две колбы, обращаю внимание. Печенька, крест, нахуй, для особо тупых, на. Этих колб 4 штуки. Ну, вот 4 места, где они есть. Обратите внимание по всему кругу. Так вот, вот с этих колб, если, допустим, с печеньки выливается лужа, то, соответственно, оно будет разлито и в кресте. То бишь, лужа будет с двух этих колб. Что вам нужно делать? Перебежать на другую сторону. Это РДДшников касается. Кроме этого, держать рейндж. Там... Проб будет кидать колбочки. Как на тухлом, вот это вот блевотня будет. Но одно отличие. Она в вас кидается, и где-то секунда-полторы вы еще можете двигаться. То бишь, если вы даун, тупой, и видите, что вы тут втроем в одном месте стоите, вы можете отпрыгнуть от него в бок куда-нибудь. Там секунда-полторы у вас есть на это время. Это первое. Второе. Фонарь, теперь к тебе, смотри. Чтобы аккуратно слизни держал, чтобы они не хуярили в рейд, особенно в мелизон. Ну, не поворачивал. Именно под каской нам кидает этот лужу тут, ебаный слизи. Это весь босс. Брызги должны прохиливаться хилами. Они стоят над стопом, хилят РДД. Мелизонным хилить не надо. То бишь РДД и танк. Набираю... Так, берсы здесь нету. Рейндж тут 8 метров хватит. Выводить слизня к танку или ждать большого? Ждать большого, ничего выводить не надо. Но здесь при этом, скорее всего, будет диспелиться метка. Но это хуйня, потому что она не будет прохиливать. Но диспелить ее надо будет, скорее всего, на этом, блять, как его... На брызгах слизи. Вот, допустим, если на РДДшнике какая-то висит вот эта вот хуйня, ну, то, что через 9 секунд на нем появится маленький слизнюк и брызги слизи во время этого, то надо диспелить, потому что он сдохнет в брызгах и этой хуйни. Набирается 5 стаков у этого долбоеба. Я смотрю, раньше времени никто не бежит.
чтобы еблан на профе не кинул эти пары. Мы сбегаемся в центр, сюда летит все эти взрывы. Мы разбегаемся обратно по своим местам, мирики тоже убегают. Взорвалась эта хуйня вся, обратно возвращайтесь, стоите по своим позициям. Все делайте, что до этого делали. Все, это весь босс. Берсы здесь нет, напоминаю. Главное не дохнуть. Рыбу хавать. Кастеры маленьких сводят, типа, в центр? Или нет? Да. Нет. Это... Если маленький и этот маленький, то сносишь. Еще раз говорю. Допустим, если когда, на мире когда... мир, я подвожу его в мире, да? Ну, если там есть уже маленький в милизоне. Если его нету, то ты его не подводишь. Ну, а так мы их, типа, сводим. Вот, допустим, на мне и на Войде мы сбегаемся, типа, да? И в центр. Да. Окей. Okay. Okay. А если губитель или газ будет в этот момент, когда ты в центр побежишь, что делать? Вот, Вальгрим, за главное, чтобы... Еще раз говорю. Кинулся губительный газ. После, до следующего губительного газа там 15 или 20 секунд. Смотрите. Думайте немножко своей тупой головой. Ну или не тупой. У кого-то умный. Ты понял, что губитель он сказал? Да, от взрывов. Прибегаем к центру, чтобы в этот момент не кинулся убийственный газ. Блять, я знаю, нахуй, ребята, ну, блять, я же сказал, слушайте мою команду, когда я скажу в центр, блять. Я за этим буду смотреть, нахуй. Okay. Я, еще раз повторяю, а не вы, блять. Все, милики в милизону с хилами. Стоите между ног у него. Дермич на боссе, фонарь. Ну, взрывы, по идее, должны быть. Калют, воткни в центр, пожалуйста, эту тему. Чтоб вас всем доставали. Так, короче, на полумах. Еще раз повторяю. Печенька и крест — это как пример. Если из одной из этих колб лезет слизь вот эта ебаная, то лужа будет от печеньки до креста большая. То же самое с другими колбами. Выходим, в луже не стоим. Давай, чё ты, Дэль. 5, 4, 3, 2, 1. Лагеру с полу давай. Ну ладно, пока не надо, похуй. Уже не надо. Вот видите, губительный газ кинулся, вы еще можете там двигаться. Первое время. Прохил. В принципе, не так больно. Я брызги. Вы должны прохиливать. Двигайтесь. Ваку, вот смотри, хули ты там стоял? Ну вот почему ты головой своей не думаешь вообще, нахуй? Вышли с лужи. Чё вы там стоите? Милфант, блядь. Боже, нахуй, это просто пиздец, блядь. Прохил Милфанта, ясно. Господи, блядь. Он на всех так часто кидает блевотину только на меня. Блять. Все, пожалуйста, помолчи. Не, я понял. Мы этого босса не убьем. Вы не прохиливаете нихуя и с лужи не выходите. Тут не сколько хилы виноваты, сколько даун, блять, не понимает, что вообще. Не, происходит. Я то, что давно вообще в целках и эми был, так что, ну, просто забыл. Да, тут ничего знать не надо, понимаешь, нахуй. Выходишь с лужи и все. Не так, как вы привыкли АФК стоять на одном месте и бить босса, а немножко двигаться, нахуй. Тут даже головой думать не надо, просто немножко двигаться надо. Как
Короче, Кирюх, а сколько вообще в РДД должно стоять? Там же не все РДДшки, типа, ставят каких-то определенных РДД, там 8-10. Типа, так же, как такая же хуйня, как и на собаке в ТТГ. Вот считай, 12-13 человек. То бишь, 13 человек точно? Должно стоять в РДД зон. Ну, вообще ну, треть. Блять, на официальном сервере так было, как здесь хуй его знает. Ну, вот. На X2 и на циркуле, и везде. 8, всегда треть рейда. 9-го по страховку танка ставят. Ну, типа там нереально столько РДД да. Захилить. Да, да, сложно столько целей. Я почему-то комбат. Ладно, хуйня, хуйня, давайте по-другому сделаем. В РДД будут стоять все шипы. Это сколько у вас штук там? Раз. 5 штук шипы. Два ханта. Лока. Два ханта. Нет, нет. Ханты нет. Не могут же в миле ставить. А, ну да. И один ну лок. Все, 5 шипы, 2 ханта, 2 лока. Все. Квакозябр я, типа связка душ, 20%. Это не маг там какой-нибудь. Ну, блядь, пиздец, траем целка хэм, блядь, а хуй лишит грул магик собирает по втором окне, я хуею. Минус ИП получил. Это как он так? Ну, да без палева нахуй. Я сам нахуй. Ну, он, смотрите, блядь, собирает на охоту, блядь. Пацан, блядь, во втором окне. Холич, нихуя себе. Блядь, мешок я бы забрал. Холич, чит. Магик, блядь. Блядь, и обычка это еще. Там еще, мне кажется, не доставали, да, хилы? Тим, пойдем с тобой. Станем. Нет, нормально. На каждый кран, типа. Нет, ну по два получается. Да, по два. Да, нет, все правильно, он говорит, по два. 8 кранов, ну типа по одному человеку. Так тут один кран в красных штанах. Нет, их по два, видишь, что слепой, блядь, две лужи разливаются. В красных штанах-то один кран. У меня не надо здесь стоять. Да кранов 8, а луж 4. Так, все, давайте. Больше, меньше слов, больше дела. Негры. Тиром здесь встали, блядь. Здесь. И еще преимущественно хантов хильте. Ханты, стойте в двух противоположных сторонах, чтобы, блядь, по вам двоим не хуярило. Сейчас. На брызгах. Я тут... крик на хп. Здесь не забывайте, типа, если нам двигаться приходится, вы тоже съебываете дальше по кругу, блядь. Сука, по всей комнате бегаешь, чтобы крик израздать. Блядь, уже сюда подошла. Да, сейчас они встанут на месте, чтобы я понял, кто в какой стороне, чтобы примерно знал хотя бы, как смотреть. Да, они все равно передвинутся. Мы будем бегать постоянно. Ваку, Ваку, подожди, Ваку, ты что там делаешь? Да, он, кроме того, что давно не был, он, видимо, еще не слушает. Паку, подойди, пожалуйста, сложность. В мелизону и тут стой. Весь бой. Те, кто стоят в мелизоне, которую я назначал, стоите между ног, чтобы вас брызги не били. Все, еще раз рычи на плыва. Давай, что тогда? Охуенно вы пыляете, блядь, уёбки ебаные. Я за вас припод проебал. Сейчас посмотрим на газ. Если миля не кинет, то тогда нормально должен быть. Мил хантали, кто там прохибывается, да? Миля не пошла? Значит нормально. Вот вы сейчас вдвоем лутали, хисяк и милфан. Как вы там, блядь, стоите? Не стойте рядом, два ханта, блядь. В чем проблема, сука? Двигайтесь, блядь, мы только пришли сюда. Фонарь, скажешь, когда 4 стака будет? Меня подлагивают. Хорошо.
подсвейк. Куда же в мелизоне брызги ловит? Я в ахуе. Блядь, заебал эта блевотня и лужи по туннелю. Угу. Босса не победи, блядь. Лужи, аккуратно там шипышки. Ну, чё вы не диспелите, если болезнь? Она слизняка спавнит. Но... Всё, тихо, пожалуйста, закройте рот, нахуй. Нон, дай БР быстрее похисять. И ребафул по ханту. Даю. Еще раз рот откройте во время пула, нахуй. Минус фану по косарю так же, нахуй. Заебали. Ребафните ханта. Третий. Не по теме, если что. Хорошо. Должен. Фонарь очень далеко. Сейчас взрыв, походу, будет, да? Четвертый плюс. Минус два. Пиздец, блять, я хуею. Четвертый стак. Угу. Войд БР по владыке. Серый БР по мелханту и сразу выходить. Владыка в призраке. Блять, еще и встал с тела. Ебаные вы, блять, шакалы, нахуй. Не забирай сейчас сразу, блять, пятого. Нам после губительного газа. Да. Губительный скажешь, газ, потом сразу. Угу. А, я сам в газе. Все, вот сейчас можешь забирать. Дартач. Да, блять, вы прикалываетесь, нахуй, или что? Когда эта болячка кидается... Прибахните, Минфанта. Так надо диспелить, блять. Нет, я сейчас объясню. Быстрее, дай сокру фонарь. Побежали все боссы. Вот, боссы, быстрее, сука, нахуй. Все, убежали с центра, убежали с центра. Все убежали с центра. Аккуратно, служи вышли. Все, вернулись в центр, милики. Быстрее, раньше набрали. Нахуй, пол рейда все равно, блядь. Тупых, нахуй, сдохло, блядь. Два действия, нахуй, сделать не могут. Это ж надо отбежать, нахуй. Целая трагедия, ебать. Я пизду, нахуй. Не хочу, нахуй. Отвечаю, блядь. Ёбаные подпивасники, блядь. Всё, вайп. Не знаю, ну, блядь, я не хочу нахуй ходить так с ЛК. Ну, вы ебаные просто, ну, я не знаю, ну, вы не учитесь нахуй. Вы ебаные дегроиды нахуй. Ну, это просто пиздец какой-то. Вы, блядь, ну, сука, я не понимаю, что за люди на этом сервисе играют, ну. Только, блядь, босс, который нужно стоять нахуй, ФК весь бой, только этот босс нахуй справляется, блядь, процентов, сука... Сколько это? 85 сируса, блядь. Только, блядь, боссы, которые стоят АФК, нахуй. Типа сурка, блядь. Все, там, где, блядь, хотя бы чуть-чуть надо думать головой, чуть-чуть отходить. Все, это пиздец просто полный. Просто, видишь, заранее люди не ожидают, что произойдет, поэтому так получается. Блять, вы чё нахуй прикалываетесь заранее, не ожидаете нахуй. Ну вот смотри, вот. Вы охуели нахуй, 12 лет нахуй, ебаному целка, блять. Болезнь... Какое нахуй не ожидаю нахуй. Болезнь повешалась на ханта, и её то ли не успели диспелить, то ли хуй забили, не знаю почему. Нет, да, хуй забили, типа, раньше вот. Мы не диспелили, типа. Так и раньше... Очевидно нужно, да-да-да. Очевидно всё. Нужно, 100% нужно, потому что на блевоте... Не знаю, я вам ещё раз говорю, перед пулом я вам говорил. Если кидается эта хуйня, дебаф слизнина, на брызгах слизи его обязательно нужно диспелить. Я не знаю, чем вы слушали. Я, может, отходила, извините, мой косяк. Ну, типа, диспелить могут все, к слову.
Ну, причем там... здесь ты, блядь? Это обращаю, это, ну, относится ко всем, у кого есть диспел, нахуй. Не, это прерогатива ДЦ. Там не прохилится, потому что 75% срез хила идет под этим дебафом. Вообще без проблем. Правильно, я правильно. Именно поэтому на брызгах слизи, блядь, диспелис. И у нас люди вообще не должны умирать. Кирилл. Да я понимаю. Да. Просто... Всегда. Да, блядь, дайте слово сказать. Ну. Извините. Спасибо. Просто вот смотрите. Ну, ничего сложного нету. Вы, блядь, бегаете, ловите газ. Да, эти 9 человек, которые стоят по кругу, они страдают от того, что они постоянно в этом газе, выбегают, слушают, страдают ДПС. Но это не столь важно. Это похуй. Тут берсы нету. Вы просто выходите с луж, лутаете ебучий газ, теряете ДПС, да? Фонарь, блядь, просто, когда у него 4 стака, да? Ну. Ну и, соответственно, вы диспелите, когда на брызге слизи висит эта хуйня ебучая, это хилам адресовывается, да? И просто фонарь, когда у него 4 стака на мобе, блядь, 4 ебаных стака, он ждет либо сам, либо моей команды, блядь, когда нахуй вот этот газ пойдет, прейд, да, чтобы у нас был запас 15 секунд, 20 секунд времени, да? Чтобы сбежаться в центр, ну, взорвать, сбежаться в центр, туда полетит вся хуйня и разбежаться. Ну, и потом вернуться после того, как эта хуйня прилетит вся в центр. Под массакрой. Все, блядь. Вот иди тут, блядь, ну, только на перебежке может кто-то сдохнуть, я не знаю. Если там инвалид какой-то. Лужа очень сильно замедляет, поэтому из лужи выбегайте заранее. Ничего сложного нет. Если бы тут была берса, нахуй, я бы даже не травил эту хуйню с вами, пизду, блин. Тут какой-то софт энрейдж, я сейчас что-то после 30% там быстрее вешается эта хуйня. Или после 50. Нет еще. Перепейте фласки. Я не знаю, кто там пульнул. Если бы я знал, я бы уже минуснул. Масло пересмотрите, 7 минут осталось. Я уже перечалил. Призеры, блядь. Короче, на полубав еще раз. Все, давай, что там? И ханты, не старайтесь стоять в одной стороне, на. Чтоб по вам брызги под вами не хуярил. Не наприятель, лишь раз его. Стойте так, чтобы вы были, блядь, с противоположной стороны всего. Если видите, то перебегайте сразу. Ну, я понимаю, перебегите, в чем проблема? У вас отрыв есть. Вы стреляете на ходу, это мы не кастим. Да, да, 60% боя, верный выстрел, кто 2 секунды кастит. Блядь, ты понял, о чем я имею в виду? Не спорь, пожалуйста. Я понял тебя. Кто по слизню играет? Она далеко от сам. ШПшка какой-то. ШПшка, духи летят. Милфхант, выйди, блядь, не стой нахуй. Вот боты ты зря тратишь. Они могут пригодиться и спасти тебя нахуй. Это... Блядь, фонарь тут насрал еще мне. Фонарь, ты можешь забрать эту хуйню? Нет, она иммунная к таунту. Понял. Здесь влево ШП, блядь. Прохил. Сейчас хисяку прохил. Я знаю, что я далеко. Лужа, выйди, кто там стоит в луже. Милхан, блядь. Я хуею нахуй, Милфхант, блядь, это пиздец просто. Это просто пиздец нахуй. Фу, господи, блядь. Войд Бэрву срочно. А, сейчас будет пятый стак. А, нет, что?
А, нет, я забагал. Только я сейчас сдохну. Прохил Милханта. Ребахните Милханта. Милхант, блядь, отдали камеру вверх, нахуй, смотри, когда скоп течет, нахуй, это хуйня, блядь. И уходи оттуда, нахуй. Уходим, под ножом сейчас будет. Ребахните ханта быстрее, блядь. Третий стак. Третий нормально, стак. Я забагал. Маленького не сводите к большому. Налево надо двигаться сейчас. Сейчас брызги будут. Прохил. Отец, блядь. Но. Пятый стак, взрыв, сука, фонарь, блядь, дай сокру быстрее. Да, да. Ой, разбегайтесь, разбегайтесь, уходите с тех мест, где никого не было, блядь. Фонарь, ебаный в рот, нахуй, там тебя, блядь. Там откуда-то второй стак появился. Люксор, сокру, тихо, блядь. Сбежались обратно, те, кто под мелизоной стояли. Верни его потом в центр. Ну, он БР по кринжкингу быстрее. Дайте зубы или крыло. По чарме. Крыло. Блять. Спасибо. Чувак, по луксору залей. Залей. Репахните мага речи. Кабанчика. Ну и серо у нас БР откатывается. Лужа вышла. Да, блять, фонарь, ебать тебя нахуй. Там кто-то срывает, я не могу. Заебал, не успеваю с одной лужи выходить нахуй, ты меня еще две стреляешь. А там и маленьких много, очень много. Расплодили. Хуй этих маленьких. Главное, с большим их не сводить, этих маленьких. Видите, так. А маленького в маленького. А, ну сейчас пятый будет, там уже в центре большой. Кого-то лупит. Меня. Не сводите с маленьким его только, блядь. Тут 5 взрыв будет. Там 2 стака уже на большом, кстати. На холище. У нас в целом 5 стаков. У меня 3 и там 2. Ой, блядь. Да, БР. Губительный газ. Все, своди фонарь быстрее. Блядь. Фонарь, есть сокра? Дай сокру быстрее, блядь. Нет, я сдохну, нахуй. Прохил меня, блядь. Своди сейчас... быстрее. Под босса все побежали, под босса, все под босса быстрее. Ну подойди ты к нему, ёбаный в рот. 4 стака теперь. Сука, разошлись, разошлись, разошлись быстрее, те, кто были, блядь. А, еще один появился. Остальные останьтесь, милики, блядь. Вам не надо двигаться, разошлись те, кто, блядь, отходит. Блять, ну почему вы, сука, такие долбоебы? Ну посмотрите, не взрыв же, нахуй. Ну, блять, мне что вас по никам называть? Ну это пиздец какой-то, нахуй. Люди, блять. Арианец, крут. В пизду, нахуй вас, короче. Не знаю, блять. Убьем, это третий трай. Ребят, давайте-ка сейчас немножко насчет диспела. Вы приоритет хоть ставьте. В мили-зоне смысл диспелить там нахуя? Мы мили-зону спокойно прохилим. Ну, вы диспелите сразу же с хилов. Хилы и РДД. Типа, так, я когда вижу, рассказывали, вас... что делать, извините, я отходила. Типа, просто мы раньше не диспелили нигде, ни в гере, ни в обычке, никогда и нигде. Поэтому, типа, я не знаю, вы-то слушали тактику, вы хилы? Там все элементарно, можно подумать. Это как бы чувак, смысл. Наверное, услышьте, блядь, последний раз повторяю, дебилы нахуй. Я не знаю, как по-другому назвать. Вы диспелите только нахуй эти 9 человек, которые, блядь, по кругу нахуй. И только во время брызгов слизи, блядь. Дальше вы не диспелите все, вообще все, нахуй. Что ты орешь, я поняла. Да ну нахуй. Я 9 человек.
Вообще да, я просто в ахуе. Я говорю, блядь, отбежали, потому что там четвертый стак, нахуй, ну, был, блядь. Для тех, кто, сука, этих, ну. Я думал, это и так понятно. Отбегает весь рейд, нахуй. Это пиздец просто какой-то. Я хуею, нахуй, с этой хуйнина. Я такого еще ни разу не видел, блядь. Это просто, сука, такое чувство, что я в пугарейд какой-то попал, блядь. Так давно в Гере не были, пацаны, по 3 года, нахуй. Ребят, а вы можете мне... Ты говоришь, дисплей 9 человек. У каждого из нас там есть трейд-фреймы какие-то по 25 человек. Как он определит, кто из них находится вне зоны, типа милибосса? Лол, так, блядь, там же глаз. Нет, понятно, что подсвечивается. Если человек находится в мили-зоне, как он определит, что его надо дисплеить или нет? Во-первых, смотри, у тебя должен быть хилбот, либо, блядь, грид, там подсвечивается нахуй цветами, блядь, ники нахуй. Это да, первое, блядь. А второе стоит. Во втором там, блядь, стоит все шипы, нахуй, кроме пятого пати. То бишь всех пристов, блядь, диспелятся во время брызги слизи, если на них висит эта хуйня. Не, вот два смотри, лока, блядь, кроме спейси и два ханта. В мили пати чума, ее моментально, буквально сдиспелили. Вот заебали, суки, я сказала, это я диспелила. Это Юля обо мне заботится. Я заботилась, когда меня спалить, я не знаю. Ладно, все, забейте нахуй. Если вы это не можете нахуй делать, я никак, все. Я отвечу на твой вопрос, никак нахуй. Если IQ нету, никак нахуй, все. А кто это спрашивал вообще? Ребят, еще вот, пожалуйста, просьба. У вас на земле появляется, когда он вливать начинает, там оранжевая лужа. Вы можете от нее влево-вправо сразу, как нахуй таракан разбежаться, а не 4 человека стоять вливать? Это вот большая, очень хорошая просьба к вам. Это по 4 человека блюют без приста. Я не знаю, сколько раз ты блевануть поймал, я же даже считать устал после 4-го. Ну типа, вот смотрите, для упрощения. Не кидайте в меня тапками, типа ставились метки. Типа, и назначались люди, допустим, 8 РДД. Допустим, бесты, скорее всего, стоят там в квадрате. Ну, то есть, условно, вы там будете стоять на рейнже друг от друга, там кто-то в кресте и так далее. Вы просто сдвигаетесь вправо-влево в зависимости от лужи. Типа, не надо бегать, и никто друг другу не мешает, нет? Подожди, Рит, что блевануть? Так блевот уже рандомно распределяется. Она кидается, и там у вас появляется оранжевая метка. Ну? Грубо говоря. И у вас 2 секунды съебаться есть, а вы в 4 человека начинаете блевать стоять. Изначально не надо стоять кинула так, в тебя, чтобы уйди от других. Могли блевать. А типа вы стоите, блядь, и как просто такие обнимашечки, и стоим. Подожди, все как блевать. Изначально нельзя стоять на РНЖ 10 рядом друг с другом. Не надеяться на то, что ты отбежишь там или кто-то отбежит, а изначально понятно. Не стоять на РНЖ 10. Понятно, там когда нахуй ты блюешь в этой хуйне, и тут лужа, это уже другой момент. На перебежках еще возможно как-то понять. Моя блевотина никак не повлияла на рай. Ты вайпнул. Блять, я хочу сдохнуть. Я слушаю вас, просто мне, блять, хуёво становится. От ваших доводов, блять, это что вы спрашиваете? Это просто пиздец. У него с инетом что-то. Не умирай. Написал он в DC. Ну, пока там минутка, кунка, вкашт. Короче, у нас же как Адель стояли? Типа, ставилась метка и, типа, назначалась, допустим, 2 РДД там друг за другом стоят, допустим, там, где, не знаю, любая там, трусы, так, а допустим. Так какие проблемы? Дальше ренжа. Ну, никаких проблем. Ну, видишь, они там блюют, стоят вчетвером. Дальше здесь 2 РДД. Дальше так вот здесь 2 РДД. Вот 4, 3 черепа и вход, нахуй. По 2 человека на стороны света, блядь. И одно тело там какое-нибудь скиллованное где-нибудь бегает с фонарем, блядь, 10-м. И пизда. Мы умираем, мы, если что, мы умираем, не, либо блевать не Юля. Вообще не блевать. От диспайла еще можем. Я могу. Мы от диспайла умирали. Лекарить полученный урон. Сука, я удалил уже, блядь. Че, без кунки трай дадим, нет, или че, блядь? Это? Нет. Нет. Ебать. Тут не трай, тут надо убивать, босс простой. Ебать, цените, так и без кунки цените. Убьем, блядь. Надо просто сыграть, блядь, потренироваться, хуй знает. Не урон по союзникам, полученный урон. А, блядь, так это посмотришь.
Ну, это в конце уже, когда вайпнулись, там брызги посыпались. Ага. Там где-то человек 15 ебануло в левой. Нихуя не ясно. Ну и что полученный урон? Ну вот танк лям 900, фонарь лям 200. Следующий чарми. Ну так и что? Чарми, ну понятное ты... дело, что от брызгов нахуй вы получаете больше урона. Да, да, барабан. Ничего не понятно. Это рандом. Ты, блядь, можешь вообще не там 100 тысяч получить, если ты бегаешь вот, блядь, по кругу. Если ты брызга слизи будешь на другой стороне постоянно находиться. Вот. Пошли трэш. Все прохиливается. Мне, типа, у меня 30 хп, например, на локе, да? За фул брызги слизи мне наносит где-то 2-4 тысячи хп на. Это спокойно, легко прохиливается. Конка, провайдер зумент, говорит замену. Бля, я только подумал, что сказать, Кратос. Кунка пришел, Протас, это, блядь, убил тухлого нам, нахуй, и все, и ушел. Нахуй. Минута есть? Хуй знает. Нет. Рид, если кидается газ губительный, ты блюешь в любом случае. А кидается он рандомно. Ну ты блюешь... Ну один, типа, рандже. Один, да, да. Ну да. Но ты можешь зацепиться... Так а чё, зачем открывать рот, если, говорит, бился со счёта, сколько раз ты вливал. Так, блядь, если она рандомно кидается. М? Когда ты блюешь из-за того, что газ в тебя попал, это нормально. А когда ты блюешь из-за того, что ты подошел к тому, ты блевал? Нет. Я блевал всегда один, кроме последнего раза. Ну, ты 5 раз блевал. 3 человека с тобой было. Один раз только один. Все, хорошо. Молодцы, нахуй. Все, помолчите. Алконфел, что у тебя за тринкет модный? Это новая мета на мультиках? Объясни мне. И все пошли чекать Алконфела. Это последний вдох. Че там за хуйня? Я делаю вдох, так пахнет Нью-Йорк. Для фарма гнева можно. Алконфел, стоишь просто в миле, бьешь босса под ногами, как в обычке. Только по анонсу разбегаешь. Когда, не когда я говорю разбежались, а когда я говорю все разбежались. Все, блядь. Вот когда все, это все до единого, значит. А не просто когда разбежались. Поняли, блядь? Надеюсь, что поняли. Просто анонс разбежались, это для тех, которые, блядь, стоят изначально по кругу. А когда все разбежались, это разбегаются все с центра. Надеюсь, вы запомнили. Отчет, давай, поехали.